Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 9 марта 2023 года». Сегодня ночью случилось самое страшное. Те, кто постоянно смотрит мои видео, вы знаете, я уже неоднократно об этом говорил, что для меня самое страшное – это когда ночью звучит тревога и когда ночью наносят ракетные удары. А этой ночью была масштабная тревога по всей территории Украины, длилась она очень долго. У нас отбой дали в районе 8 часов утра, и плюс была масштабная ракетная атака по территории всей нашей страны. Прилеты были в нашем регионе и в других регионах. Давненько такого не было. Последние вот эти ночные атаки были они еще летом или даже весной прошлого года. А так обычно как бы, да, ночью у нас ночи проходят спокойно. Вы знаете, я всегда утром рассказываю, что ночь прошла спокойно, не было ни одной воздушной тревоги, не было никаких взрывов. Вот тебе, пожалуйста. Ситуация поменялась, тактика Российской Федерации поменялась, о чем я, кстати, вам говорил неоднократно в своих видео, что они что-то готовят новое, как-то хотят поменять тактику, подобрать такой неподходящий момент, максимально неудобный для всех, да, и нанести ракетный удар, потому что то, что они делали ранее, не приносило им никаких результатов. Вот они, так сказать, изменили свою тактику, нанесли удар ночью, что для них не характерно. Всегда удары были днем, в течение дня или с утра. Короче говоря, вот такие вот дела. Ладно, я на связи. Берегите себя. До встречи. Пока.